наверное, после минуты 20-25 уже более-менее освоились и начали более-менее играть в свой футбол. Вот. По первому тайму было пару моментов. Вот. Но думаю, что вообще вся игра была ничейная. Вот. Хотя в конце могли забить гол. Прежде всего не хватило для победы, наверное, забитых голов. Игра на самом деле тяжелая была. Моментов, может быть, не чересчур много, но были и подходы хорошие, и удары по воротам. Да. Где-то чуть-чуть, наверное, мы не дожали, хотя была такая возможность, и там в концовке, да, могли забрать полноценных 3 очка. Но, с другой стороны, и на выезде, как бы, сейчас очко – это тоже положительный, да, довольно-таки результат. По первому тайму, наверное, все-таки Балтика немножко получше, посвежее выглядела. Во втором тайме, да, команда наша перехватила инициативу. Наверное, была ближе к победе, но раз не забили, значит, не выиграли.